Вот они, черно-белые части старой телевизионной испытательной таблицы. Такая использовалась в аналоговом вещании. И теперь Ульяновская область готова к переходу на цифру. По команде волонтеры поднимут в небо уже цветные части, из которых сложится бабочка. Это символ цифрового телевидения. Она пролетит над регионом и принесет сюда новое качество. На центральной площади областного центра собрались сотни волонтеров. С 2016 года именно они выполняют почетную миссию по цифровизации региона. Сама работа по установке нового оборудования началась 7 лет назад. Сегодня Ульяновская область готова к эпохе цифрового вещания. В Ульяновской области было построено 26 цифровых объектов, которые позволили довести цифру охвата населения до 96,14%. И сейчас всему населению Ульяновской области доступны 20 каналов телевизионных и 3 канала радио в хорошем качестве. И все это бесплатно. А отдельным категориям населения и вовсе не придется тратить семейный бюджет на покупку цифрового оборудования. Малоимущим регион возместит понесенные затраты. Уже сегодня порядка 200 заявок на поддержку в приобретении цифрового оборудования в органах социальной защиты обработаны. И всем людям, обратившимся, помогут получить этот новый сигнал. Эта испытательная таблица раньше была нужна для настройки и оценки качества изображения на экране телевизора. Теперь ее эра в России поэтапно завершается. 2019 год. Ульяновская область готова к переходу на цифру. На смену подходит качественный бесперебойный сигнал. Волонтеры за время своей работы принесли цифру в дома тысяч жителей региона. Превосходство новой картинки оценили и сами. Очень интересно стать частью такого события. Все-таки 7 регионов нашей страны переходят с аналогового на цифровое ТВ. И, несомненно, это большой шажок в будущее. Во-первых, картинка хорошая, много каналов и легко управление. Намного лучше, чем было аналоговое телевидение. В том числе там 3 радиостанции. То есть мы будем активно пользоваться телевидением именно цифровым. Вместе с 73-м регионом 11 февраля аналог исчезнет в Рязанской, Тульской, Ярославской, Пензенской и Магаданской областях, а также в Чеченской республике. Россия вступает в новую эпоху цифрового вещания. Артем Петров, Дамир Губеев, Денис Миронов, Михаил Морозов и Тимофей Дмитриев. Вести, Ульяновск.